Ребят, я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня обзор по 14 каталогу, по заказу на 14 каталог. Поехали! Заказ довольно-таки большой, коробка очень тяжелая. В самом начале хочу сказать, что у меня есть два аромата, которые я продаю. Таких у меня два, но один это подарок, пока не продаю. А вот этот вот аромат у меня идет на продажу. Цена 120 гривен. И вот такой аромат Full Speed Nitro мужской 150 гривен. Кому интересно, пишите мне. С удовольствием вам отправлю любой почтой. Не уточнила. Это Little Black Dress Party. Это бывший Little Red Dress. Кому интересно, пишем мне. А теперь по заказу. Поехали. Ой, наверное, видео длинным будет. В общем, первое, что у меня здесь лежит, это пижама. Пижама 599 гривен. Это такое предложение со скидкой для представителя 10%. У меня обзор есть уже на такую пижаму, на мою, которую я уже получила. Она у меня уже преспокойненько лежит в шкафу и ждет своего часа. Мне она очень понравилась. Кому интересно обзор на эту пижаму, переходите на мой канал. И там вот буквально недавно вышло видео об этой пижаме. Два или три видео назад, где-то так. Ну, не суть важно. В общем, а это у меня для клиента. Поехали дальше. Тушь Ultra Volume. У меня, по идее, должны быть две такие туши в заказе. Где же вторая? Ну, в общем, потом где-то найду. Две такие туши. Это супер объем. Тушь пользуется реально крутой популярностью. На нее мега крутые отзывы, потому что реально тушь классная. Она водостойкая, не сыпется, хорошо ложится на ресницы. Маме моей нравится, мама моя пользуется. В общем, это тоже для клиента. Поехали дальше. У меня в заказе есть три вот такие водички новые для мужчин. Avon Man Edge. Три штучки, они 249 гривен цена каталога, до 30% скидка для представителей, если вы заказываете один или два, а если вы заказываете три, то скидка 40% для представителя. Это у меня все тоже для клиентов. Есть вот такой аромат, и этот аромат я взяла для себя наконец-то. Потому что я его обожаю. Мне он так понравился, так зашел. Я его прям сейчас дозапишу обзор. Быстренько его распакую. Хотя что, я прям его сейчас распакую. Прям сейчас я им могу попырскаться. Он мне так понравился, ребята. Я не знаю, что в нем такого, но он просто сводит с ума. Ну вот правда. Кто хочет, пишите, закажем, потому что это действительно мега крутая штука. Открываешь коробку, уже слышно этот классный аромат и его дизайн. Ну, в принципе, все красиво в таком дизайне идут, но этот цвет этого флакончика, смотрите, как это красиво смотрится. Ну и, конечно же, его запах, ну прям вообще, он и сладкий, и свежий при этом. Ну, то есть сладкий, не такой приторный сладкий, а он сладкий, но свежий. Это какое-то сладкое море. Вот он мне реально напоминает сладкое море. Так, это мое. Это туда. Ура! Наконец-то. В заказе также у меня есть две водички Aqua Vibe. Цитрусовый аромат. Это тоже заказ. Они шли со скидкой по купонам. По 129 гривен их можно заказать с каталога, если у вас есть купон на скидку. Дальше. У меня две сухие шампуни, тоже заказ клиента. Сухие шампуни реально начали пользоваться невероятным спросом. Я так заметила, очень часто о них спрашивают, потому что это очень удобная вещь. Это форс-мажорный случай, когда ты просыпаешься утром и понимаешь, что будильник не прозвонил, и тебе через 5 минут выходить, а на голове катастрофа. Сухой шампунь вам в помощь. Или тоже бывают случаи, вот у меня недавно был мега крутой случай, когда
Я собираюсь гулять с малым, то есть у нас уже, в принципе, время как бы поджимает, потому что нужно еще вернуться, чтобы он лег поспать, успеть. А прогулку мы запланировали длинную, и надо уже как-то побыстрее собираться. Я же в ванную, думаю, сейчас помою быстро голову, клац-клац, а воды нету, отключили воду, и тут мне в помощь опять сухой шампунь. В общем, реально вещь крутая, всем рекомендую. Гигантский гель для душа. Это у нас 720 миллилитров. Цена 89,99 по каталогу. Его реально хватает надолго. Это для или для большой семьи, или если вы хотите не заморачиваться по поводу геля для душа, чтобы он у вас был и еще раз был очень долго, то, пожалуйста, это реально для вас. Это объем классный. Плюс мне нравится, что именно в этом объеме есть дозатор. Дальше у нас водичка ВАК, ВАК Лимитес. Это моя мама заказала на подарочек. Это тоже прикольная штука. Это не мой аромат, скажем так. Мне этот аромат не нравится, но он не носибельный для меня. Я его на себя точно не одену. Но клиенты любят. И как бы на каждый аромат есть свой покупатель. Это 100%. И это аромат такой... женственный аромат уверенности, и мне нравится очень его дизайн, но сейчас открывать не буду, потому что это на подарок, это открывать нельзя. Что это у нас такое? Это у нас очищивательный засип для обуча. А, это я себе заказала. Я уже забыла. Дизайн немножко поменялся, потому что раньше, по-моему, он был прозрачный. Прозрачный флакончик, такой зеленый гель. Или я с чем-то путаю. Ну, в общем, заказала для себя. У меня когда-то был с огурцом, но он реально был в прозрачной баночке. Мне он понравился, я решила заказать еще раз. Это Avon Care. Это мне. NU. Клеточное возрождение. Это средство, которое должно побить рекорды, потому что его представляли еще на конференции. Это новинка, которая прям бьет все свои масштабы по результативности. Она моментально разглаживает морщины. Понятное дело, что возродиться все мы не можем, и мы не можем быть молодыми вечно. Это понятное дело, от этого никуда не уйдешь. И как бы не особо нужно и печалиться по этому поводу, потому что, как говорится, женщина с возрастом становится только красивее. Вот, но эта штука для макияжа хорошо подойдет, когда вам нужно сделать какой-то хороший макияж. Долгий макияж, а вы бац-бац-бац под глазки его намацали, и все. Это моментальное разглаживание. Мы видели, даже эксперимент проводили на конференции, и он реально работает, поэтому реально всем рекомендую. А знаете, что самое крутое? Цена на него самая крутая, потому что это 99 гривен по ценам каталога. С учетом того, что еще есть скидка представителя, если вы представитель. А еще, если вы представитель и у вас NU-шки, любые NU-шки заказали на 299 гривен, то на него будет 40% скидка, и на все остальные продукты, которые у вас заказали, тоже будет 40% скидка, поэтому это очень выгодно и тоже рекомендую. Это я заказала, тоже открывать не буду, потому что заказала на подарок для своей мамы. Завтра воскресенье, завтра 7 октября, и завтра день учителя, а моя мама учитель, и мне нужно было придумать ей подарок. Она хотела, она смотрела на него, хотела себе заказать, но в итоге не заказала. Я думаю, вот, а я что думаю, что же маме подарить? И вот это само мне быстро в голову пришло, что именно его и нужно маме подарить. Он идет возрастная категория 55+. Моя мама моложе, но как было озвучено на конференции, он реально для любого возраста, просто в категорию 50+ его написали, потому что там его будут чаще заказывать. Но его можно пользовать в любом возрасте. Он универсальный. Так, еще одна утроволь. Это что у нас? Ага, это можно открывать. Это маме. Это мама заказала. Это я могу показать. Это тональный крем Avon True Color. Так, как ты открываешься? Вот так ты открываешься. С дозатором. Очень удобно. Мне нравится, когда тональники именно с дозатором, они в тюбике. Это удобно. Сейчас давайте чуть-чуть посмотрим на...
Цвет был заказан натуральный. Ох, ты ж его достать сложно оттуда. Ну, в чем проблема? О, близко, близко уже слышу. В общем, если вы сомневаетесь, что вам продали новый, открою секрет. Кто не знает, но я думаю, многие должны знать, все должны знать, что когда первые разы нажимаешь, он не выскакивает, если он новый. А если им уже пользовались, он на следующий раз сразу вылезет. В общем, цвет натуральный вот такой. Давайте его так попробуем размазать. И вот попробуем здесь, потому что на ладошке нельзя проверять натуральность цвета и вообще цвета. Они там не совпадают, а на коже. Да, ну вот. Вот так. Ну, он для меня немножечко светлый, а для моей мамы будет в самый раз. Она как раз всегда берет на тон светлее, чем беру себе я. Скажу маме, что я уже его попробовала, чтобы она не испугалась. Так, это сюда, это маме. Дальше у меня есть вот такая кисть для тонального крема, тоже для мамы. Мама прям комплекс себе заказала. И два карандаша Avon True Color. Тоже оба могу спокойненько открывать, потому что один мне, один маме. Так, это мой. Меня терзает смутное сомнение, что... Ребята, у меня такой карандаш уже есть. Я же себе не тот заказала, капец. Аккуратненько закрываю и оставляем на продажу. Хотела сделать вам сватч, но для этого придется сейчас бежать в другую комнату и искать этот карандашик. Реально классный. Мне он очень нравится, но я думала, что я другой цвет заказываю. Ну, а мамин обычный черный. Не знаю, смысл, если смысл делать вам сватч, черный, он как бы и в Африке черный. Знаете, говорят, лох это судьба. О, то про меня. Это же надо было заказать себе карандаш, который у меня уже есть. Причем тоже новый, недавно себе заказывала. Ну, капец. Есть у меня в заказе два бальзамчика. Это для сестрички моего мужа. Куда ты побежал? Это у нас цвет малинки такой. Он слегка-слегка розовый. Думаю, им понравится. И еще одна тушь в заказе, тоже Avon True Color, это для клиента, это что-то из линейки Супер Шок, они туда же, они похожи, это ультра черный. Клиентам нравится, а я себе именно вот этой линейки туши никогда не брала, поэтому если у вас есть туши вот этой линейки, именно вот эти, напишите в комментариях, как они вам, потому что я для себя его никогда не брала, я не могу даже про него какой-то отзыв написать. Так, что у нас здесь еще? У нас здесь еще куча, куча, куча макулатуры. Три пробника мне заказали, три аромата хотят попробовать. Это там. И есть тапочки. Тапочки. Моя мечта, но не мои. О себе обязательно хочу заказать, потому что я уже вижу. Сейчас мини-обзор на тапочки. Посмотрите, вот там вот такая, как типа овчинки. Они будут мега теплые. Ну и их внешний вид тоже классный. И знаете, что мне нравится? Вот эти вот антискользящие подошвы. Тоже прикольно. Класс, 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 класс. Это вместе с пижамкой пойдут моему клиенту. Ну, вроде как бы и все, что я должна была вам рассказать. Вот такой у меня заказ. В принципе, я заказом максимально довольна. Пришло все, вроде бы. Да, пришло все. И что еще интересного? Следующий каталог, 15-й, будет мега крутым. Я очень жду именно уже 15-й каталог. Я уже оттуда выбрала себе заказ. Я уже прям хочу, чтобы он скорее начался, этот 15-й каталог. А своим заказом я невероятно довольна. Особенно вот этой вот красотенью, которую я уже так давно для себя хочу. На нее сделаю отдельный обзор в Инстаграме. Напишу пост.
сделаю фотографию какую-то симпатичную с ним и расскажу вам еще там детальненько, подробненько, что же это за аромат на самом деле. Спасибо всем за внимание. Ах, да, ребята, обещала, что будет набор сюрприз у меня в коробке, что я сделаю обзор на набор сюрприз, но, увы и ах, на доставку с Киева, а у меня доставка с Киева, наборов сюрпризов уже не было, когда я размещала заказ. К сожалению, их очень быстро раскупили, он у меня горел серым цветом, а это значит, что я даже не могла его забронировать на следующий заказ, то есть его вообще-вообще нету, и до поставки не ожидается, к моему большому сожалению, поэтому пакета сюрприза не будет. Ребята, сори за то, что пообещала, но не сделала. Всем спасибо за просмотр, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и вообще не пропускать ни одно мое видео, и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и пишите в комментариях, кто что из этой продукции уже пользовал, и какие ваши отзывы на эту продукцию. Всем спасибо, и до новых встреч!